команда более сплочилась на этот турнир. Мы в начале турнира, в начале сезона все, ну, приехали после отпусков, и не было такой единой команды. Сейчас она опять возобновилась. Мне очень понравилось, как команда прогрессировала от игры к игре, и мы через этот прогресс дошли вот до финальной точки. Самая главная задача этого турнира – то, чтобы наши российские мальчишки могли поиграть против иностранных команд, вот, стоять под гимном, почувствовать принадлежность России, поддержать свой клуб, свой район, свою область или город, ну и, конечно, страну, потому что они уже, когда выходят на площадку, они представляют российский хоккей, даже вот на таких турнирах. Поэтому мы очень готовимся к этому турниру целый год, и он уже традиционный стал, это очень здорово.